Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Фисура. Добро пожаловать на DPC региона Южная Америка, и для вас сегодня комментирует странное немного и Ахмо, так что всем приветики! Ну что ж, у нас сегодня встречаются две замечательные команды, команда Lava Esports и Mad Kings. Вообще, на самом деле, команды разные по плейстайлу, даже можно так выразиться, одна более динамичнее, вторая пассивная. Противостояние будет интереснее, кто кого задавит, конечно, тоже вопрос. Раньше ребята встречались, приблизительно 17 января, тот матч решился у нас со счетом 2-1. Но на данный момент Mad Kings занимает первое место в цикле DPC, да, у них 3 поинта имеется, так что надо будет пробовать забирать. Вот такие дела. Ну что ж, у нас здесь вовсю уже идут баны, так что надо будет это обсуждать. Что думаешь? Вот здесь у нас открылись через Лешего, Клокверка, Медузу и Трента. Медуза на первой стадии пиков. Давненько я такого не видала. Ну да, как ты сказала, на самом деле то, что одна команда пассивная, другая более такая активная, но по пикам видим, что все как будто бы наоборот. Mad Kings берут такой относительно драфт, чтобы потерпеть. А вот Лао как раз таки берут двух активных персонажей, таких как Лешак и Клок. Что очень как бы нетипично для этой команды. Так и есть. Ну вот на второй уже стадии пика появляется здесь Shadow Demon. Очень быстро команда драфтит на самом деле, прям не успеваешь усмотреть. Наверное, подготовили все-таки, есть какие-то заготовки. Ну да, и тем более Shadow Demon тут очень выглядит симпатично. Имеется, так сказать, герой по типу Лешака. То есть будет стан под Астрал, всегда приятно. Да и в принципе даже под того же Клока спрятать, чтобы он подошел, тоже закрыть. Это выглядит неплохо. Надо смотреть, чем ответят Mad Kings. Хоть и мы и видим эту Дузу, но с Дузой можно тоже играть активно относительно, имея 4 других героев, которые будут вносить какой-то спейс по карте, а Медуза в это время качаться. Очень интересно, что они... Да, очень интересно, что они возьмут. В самом-таки деле. Ну, с другой стороны, у нас вот что-то хочу обратить внимание. Mad Kings в первой стадии бана отправили Валору, так сказать, в бан. Не решили отдавать все-таки Клаве. Не то, чтобы... Ну, на самом деле это удивительно, потому что реализация на прошлых картах мы ее не увидели. Возможно, она реализовалась в каких-то других матчапах и играх с другими командами. Но, по крайней мере, нам не удалось счастье попытать для того, чтобы это заметить. Также в бане у нас оказался Дарксир и Мурфлинг во второй стадии, а в ответ у Лавы были забанены Зе, Снэпка и Пак. Ух, Эрд Спирит появляется, у тебя, я слышу, такой нервный смешочек по поводу данного героя, боже да? мой, я на самом деле уже... У меня смешочек такой, на самом очень нервный, потому что Смокера на Эрд Спирите я увидел уже, наверное, раза 3 точно. Ну, 2 точно, хорошо. Так. Вот, И вот если он опять начнет с ботинком вот с этим вот, то я прям вообще не буду верить осталось в него. Вот серьезно. Слушай, ну я не знаю, а что по-другому? Фастурну выфармливать осталось и потом пойти раскачиваться по карте? Потому что мне кажется, на Эрдспирите без ботинка делать нечего. Да, мне кажется, что просто взять Орбу Веном какой-то, Ферик, там, Веточку, там, Тангусы, Манго, и это будет выглядеть куда симпатичнее, нежели ботинок. То есть... Ботинок сейчас не работает. То есть это уже из игры в игру мы видим, что если четверка берет ботинок, то линия заведомо проигрывается. Но это факт. Сейчас как бы основной надо акцент делать на то, чтобы как-то иметь много ресурсов, разводить оппонентов на какие-то способности, постоянно размениваться ПХП, там условно четверка, чтобы как-то это прешерил линию. А если у тебя ботинок, ты этого делать просто не сможешь. И все, что как бы от него, по сути, зависит, и все, что он хочет сделать с этим ботинком, это просто отводить крипов. Но это так не работает. Я, честно говорю, это вообще не то, что нужно сейчас делать. Видимо, Андерлорда, кстати. Ну... Забытый такой всеми тоже герой. На самом деле, забытый в других регионах. В Америке он появляется частенько.
Любит его поставить и на оффлейн, и на позицию кора он тоже часто ходил. Так что Underlord это еще та неизведанный, точнее тот еще неизведанный ящик Пандоры. Не знаю, конечно, как сейчас появится, но опять же. Ну, учитывая, что сейчас хочется иметь героя, который соберет грифсы, какие-то пайпы там, кримсоны, ну, кримсоны уж не так часто, конечно, собирают. Но не суть, я имею в виду, что какие-то ауры, то Underlord под этого героя подходит. И все, что нужно сейчас Лаве сделать, это взять какого-то героя под тавер дэмэдж условный, под лишак, потому что сейчас у них очень сильный драфт выглядит. И если они возьмут какую-то дровку, мне кажется, драфт будет просто мега хорош, и Лава должны будут побеждать. Возьмут ли они дровку? Посмотрим. Я вот, честно говоря, вижу прямо ее в этом драфте, потому что, ну, пока что для нее это фри-игра. И она будет выглядеть на линии тоже очень неплохо. Могут они Shadow Demon ставить на четверку вместе с Underlord'ом, могут они ставить Clockwork'а с дровкой, и, да, дровка банится. Ну, это правильное решение от мэдкинсов, потому что дровка тут закрыла бы их очень сильно. Осталось 10 секунд. Ну и кого брать? Кого брать? Нужен какой-то герой. Блин, могут взять Луну, кстати. Не удивлюсь, могут взять Луну. Луна, Shadow Demon, всеми забытая вот эта вот стратегия. Все так же будет работать, все так же будет сильно. И выглядит она тут очень симпатично. Подбанили Мирана у нас, кстати, вопрос хороший. Почему? Потому что, в принципе, тренд пятерка Air Spirit пойдет в 4. Катил здесь в любом случае отправится в мид, навряд ли... Будут как-то флексить тренда. Осталось куда-то вместе с Демелей. Мало таких вероятностей. Ну да, тем более, когда Мэткинсы играют, Смокер у них 99%, что будет играть на Air Spirit. Да, и тут появляется Вивер. Вивер. Вивер тройка. А мы уже видели с тобой вроде бы игру, когда у нас Вивер 3 был, да? Но я не помню, Мэткинсы ли брали их. А вот, да, вот я тоже пытался вспомнить. Да, сейчас. Арзент, помнишь, Арзент играл на Вивере, он тогда трипл-киллы делал, в принципе, в соло потом вытаскивал. Кстати, да, неплохо он тогда себя показал, импакта было очень много от него, но, честно говоря, драфт мне не нравится в нижней, просто потому что нету станов опять, вот это самое классическое. А у Лавы есть все. У них есть и чем бить вышки, у них есть чем танковать на себя, принимать как бы атаки. Есть герои, которые соберут грифсы. Есть, еще сейчас вот говорю, нужно взять вот Луну. Луну. Если они возьмут Луну, то драфт будет очень хорошо смотреться. То есть, но уже будет все зависеть от исполнения. Потому что, да, видели мы, что Арзент очень-очень хорошо показывает, как он может на Вивере пост-3 вносить импакт. Но по сути, если бы это были бы так относительно равные команды, я бы с уверенностью ставил бы на Лаву. Mm-hmm. Честно говоря. Вы можете своих героев. Ну, неплохо выглядит, но я думаю, что это не то, что бы хотелось в их драфте. Хватит ли дэмэджа? Да, дэмэдж вроде как есть фрона, то есть есть вот этот Underlord, есть этот Shadow Demon, есть Лишак, то есть есть, чем, есть какой-то урон, который будет входить в фрона. Но. Там тренд, который будет в фрона сейвить всегда практически. То есть если вы героя не бёрстите, то он выживет. Именно если будет кого-то пытаться в соло фокусить. Не знаю, с одной стороны, просто окей, будет того же Вивер-котла подцепить, вопросов нет, да, хрона поставили, забили, дальше пошли толпой, но с другой стороны, это опять же все еще... Да, от игроков зависит все. Очень от реализации, да, потому что драфты всегда могут на бумаге казаться одним. Просто суть в том, что драфт на самом деле у Лавы сильнее. Но исполнение почему-то, мне кажется, от Мэткинсов куда в разы лучше. И вот этот Арзент,
есть в него вера, есть у него как бы... О, кстати, ой-ой-ой, он мискликнул 100%, мискликнул и вкачал сварма на первом на вивере. Это очень неприятный момент для него, ты можешь обратить внимание. Да, скорее всего, что-то пошло не так, ручка дрогнула, и на этом все закончилось. Это, кстати, это на самом деле прям вообще обидно. Но либо они сейчас будут как-то драться, с пауками можно подраться неплохо, на самом-таки деле. Но так качать сразу, не-не-не, это ошибка, просто именно мистикнул, 100%. Посмотрим, что сейчас так раздевали для Маткинзы, приятно, уже хорошо. Знают ребята, где кто, видимо, ну, смотрит реплеи. Есть, может, какие-то тренеры у них, то есть, и снимают вард. Потому что вард такой нетипичный относительно был. Так и есть, а у вас есть возможность зарегистрироваться на Бэтбуме по баннеру в описании и залутать 100% на свой первый депозит по промокоду DPC. Боюсь я, что лава будут пассивно опять играть, как вот до этого они играли, и если они так будут пассивно играть в этой игре, как они до этого исполняли, то это сыграет вообще для них большую ошибку, злую шутку, и Медуза просто должна потом всех убить. Я с тобой абсолютно согласна, потому что, в принципе, у лавы-то по макро все было замечательно, но темп игры они не могли соблюдать более активный, как сейчас принято, в принципе, в доте. Активнее играешь, быстрее переигрываешь, и все окей. А тут они любители поразмеренно, но, возможно, это была просто такая серия, когда мы попали на нее, и сейчас будет... По-другому, ведь Мэд Кинг заиграют довольно-таки бодро. Да, они играют бодро, они играют агрессивно. Вот, помним и Джичито, как вот он бегает тоже по карте, постоянно пытается где-то найти киллы. То есть... И Арзент, говорю, да. Самый главный Арзент. Он на вивере очень агрессивно играет. Играл он, как-то помню, с Урной. И думаю, что тут также будет играть. Вот эти паучки ведь могут убить Кресте. Нет, не убьют. Но сильно продамажили, очень сильно продамажили. То есть в данной ситуации паучки сыграли, так сказать, неплохую роль для этого всего. Вырубаются тут все деревья сверху от лавы. Тренту будет из-за этого становиться гораздо тяжелее играть. Так и есть, и в принципе размениваются дэмэджем, что Найт, что Ред Монстр так дистанционно воюют. Медуза, Андерлорд стоят на пассивном каче. Ну, на самом деле в лейте у лавы пик гораздо сильнее. Есть контроль по БКБ, есть Войд, вот этот вот, который, как по мне, вообще самый сильный герой в лейт-гейме. Попытаются убить Криста, должны его убивать. Так, нет, не убьют. Ну, сильно опять прохорашивают. Вот, и Вивер чувствует себя отлично, есть у него 5 стиков, все у него прекрасно, 6 крипов имеет, да, у Вайда 7, тоже на равных они стоят, но это все на руку Виверу, потому что Клок вечно на лоу хп, и то есть в случае какой-то ошибки, я думаю, что Арзен должен забирать себе приятный килл на нем. И вот этот вот ботинок, вот смотри, Эрспирит опять с ботинком, как я и говорил. Было очень много моментов, сейчас мы видели прекрасно с тобой, что если бы вдруг у Смокера был бы Орбу Веном, то Клокверк просто не уходил бы. Он два раза выживал на 200 хп, если был бы Орб, то тут 100% килл был бы. Это вопрос опять к тому же, почему человек покупает ботинок, зачем? Привычка, вот и все. Человеческую просто... привычку очень тяжело обмануть. Он каждый раз так играет и покупает вот этот ботинок. Не знаю, мне абсолютно, совершенно не нравится это. Ну ладно. Видимо, ему так комфортно, видимо, он так видит свою игру. На миде у нас все на равных. Да, ни туда, ни сюда. Тем более Джичиту получает помощь от Ранта в виде Ливенкармора. Ну да, потому что Котл герой, который не хочет покупать себе какие-то там ботлы, это так понятно. Вот. И подхил от Рента очень сильно помогает ему
не приносить себе условные какие-то тангусы лишние и выходить провала. Вера, продамажили в боте, но как-то не может не уйти отсюда. А мне выживает, все нормально. Вот смотри, вот видишь, какой момент опять. Ну, не... вот если бы сейчас в этой ситуации... Ну ладно, у него 80 как не, он не погибал бы, но, я говорю, импакта было бы гораздо больше, имея Spirit Orb of Venom. И будет у нас выходить, кстати, Арзент опять в урну. Видим, что он принес себе циркулеточку, Ring of Protection. Это, кстати, вопрос вот... Выходит он в урну, когда есть Earth Spirit. Вот и я об этом же задумалась, потому что а что делать все-таки Earth Spirit? Ну, как бы мы привыкли к тому, то, что есть урна, он хотя бы что-то выносит с этой урной. Здесь, даже не знаю, дискорд какой-нибудь, ну, может быть. Ну опять тут... же. Ну, на самом деле, это правильное решение со стороны Mad Kings и Arzant, собственно. Потому что, смотри, Earth Spirit тут до Весели добирался бы очень долго. Конечно. Неважно, там даже имея киллов там и так далее. А им нужен очень быстрый Весель. То есть они понимают, что у Лешака появится Бутстоун. Они понимают, что против Байда Весель выглядит очень симпатично. И им нужен он. И нужен он очень быстрый, чтобы как бы начать, так сказать, задавать темп именно. До появления каких-то БКБ. И Арзент, потому как он сейчас себя чувствует, выйдет он в эту урну очень-очень быстро. По надфорсам у нас первую строчку занимает Котл. 2400, 2300. Медуза. Арзент может погибнуть. Арзент может погибнуть. Да, он должен погибать. Ай, плохо. Да, погибнет Кристев. Размен как бы ушел, но неприятный момент сейчас для него. Ну а параллельно Джейчи Тум сделал фраг, пролил ФБ. Так что на котле сделался нетворса побольше, чем у него есть. И в принципе первые три позиции у нас по нетворсу занимает Мэтт Кингз и Войд вместе с Вивером. И, кстати, пару голды разницы. Так. Покупает он себе Staff of Wizard, то есть хочет выходить в догон. Видимо, да. Первым этому у него остается 300 голды. Ой, очень будет интересно посмотреть за этим, потому что, ну... Котл с догоном на 7-й минуте выглядит ой-ой-ой как опасно. Может он спокойно пойти, сделать какую-то перетяжку. Не знаю, это будет круто, если он где-то найдет киллы. Если он реализует этот догон, да, потому да, что да. Если нет, то смысл. Да, тогда он просто окажется в той ситуации, что ему нужно будет выфармливать эти тревела, и тревела уже будут не настолько быстрые, и, то есть, соответственно, помощь на линиях будет тоже не такой эффективной от него. Посмотрим. Да, все-таки покупает догон. У нас очень-очень ранний догон. 6.40, то есть 6.40 сейчас принесет, потом и в куре будет у него догон. Должен, наверное, сразу же с этим догоном куда-то перетягиваться. Я так думаю, что должен идти в топ. Делать да, убийство в топе, на Андерлорде желательно. То есть, ну, нужно как-то доджить этого Shadow Demon и убивать именно Аркана на Питлорде. Ну и что? Ну, кстати, представь, вот, то есть, если он будет также апать догон, под весель можно убивать любого героя. То есть, до того же Вайда можно просто брать и бёрстить. На Арзент нападение, кстати, внизу, смотри. Если его должны забирать. Да. Не прожал он стики перед тем, как нажал Шукучи и погибает. Ну что ж, и вот по итогу не такая уж и приятная линия для Вивера сложилась. Вопрос опять к Смокеру. А Смокер у нас принялся в мид, желал, конечно, выйти на Лешего, но не получилось. Получается, просто пока постояли. Да, и по итогу Смокер вот так вот оставил своего соло Вивера. А, ничем особенно, ну, собственно, на линии не помог. И не знаю. Попытка нападения на Лешего, как обычно, не увенчалась успехом. Могут попробовать Клокерка, конечно, забрать. Да, да есть вкатка, замедление, догончик. Фоги напоследок, и на этом все закончилось. Лампе. Подстан должен подставляться котел. Он знает. Дубка раз. Прячет а пока что. Конечно, даблкил должны делать спокойно, хотя Трент, Ред Монстр на хосте, но четвертый левел пока ничем не спасет. Даблкил для Найта. Да уж. Видимо, такие... размены. По итогу пятерка клок отлично на себя перетянул внимание котла.
Котл забайтился и убивают его. Неприятный момент для него. У Лешака и так отличная игра имеет. Он 400 нетворса, да, у Котла там из-за ферстблада на 400 голды побольше. Но это не то, чтобы как бы хотелось. Так и есть. А у вас, дорогие друзья, есть возможность поучаствовать в акции для всех новых пользователей от BadBoom и забрать 100% на свой первый депозит. Кликайте на баннер по трансляции и регистрируйтесь по промокоду DPC. Кстати, у Red Monster мне нравится всегда, как играет. Он находит очень ранний 6-й уровень. Ну, то есть... Где-то подфармливает, где-то находит, где этот уровень себе поднабрать. Каждую игру я вижу, что пятерка с большим уровнем и с какими-то артефактами условными, стандартными, более-менее нормальными. Ну и вот, смотри. У Арзента уже практически имеется весель. У него 1200 хп. Сейчас его убить даже за хроном практически невозможно. И думаю, будут ждать они весель и пытаться какой-то юзать смог и убивать этого паука на войде. Рено себя чувствует великолепно, спокойно он стоит, качается, у него имеется 4500 нетворса. И вот перетяжка от Вайда на топ. Вряд ли они убьют ее, вряд ли, не должны даже убивать, даже за хрона. Не должны, ну, по крайней мере, убивать. Поставили. Будет... Поставили, будет шляпка, да, сейчас должны давать шляпку, есть стики и фейрик. Да, вот шляпка юзается, то есть за хрона не убивают. А три перетяжки-то в ответ сейчас. Можно и подраться, но и там Леша также перетягивается, Медуза пытается уйти. Ну, Медуза должна побегать, да. Должны ее находить все-таки, тут все. Да, паук делает прыжок, забирается Медуза, смокер прилетает, на это могут попробовать забрать, Арзент дэмэдж носит, но Станчик их спрятал, ШД все-таки не погибнет. Выживает, Вивер уползает, но вероятнее всего, что не до конца, да, Дилейшн разработал, так что, ах... Только если на Вижене как-то не попадаться, ваша работа, да, сейчас здесь Вижена, в принципе, не должно быть. Так что уйдет. Ну, а в любом случае, минус 2 лава оформляет. Курьер сил света был убит. Кстати, догон левел 2 уже, играет у нас Котл без траволов. А вот думаю, что если бы в этой ситуации были бы у него травола, то он тэкнулся бы в топ и мог спасти свою Медузу и очень много дэмэджа внести, даже кого-то, я думаю, убить. По итогу пытаются у нас забрать лава. Один вышку не спасет, я по всей видимости, тренд. Да, навряд ли должен все-таки пробивать. Дэмэджа хватает. Ой, G2 еще погибает. Как же неприятно на самом деле. Ну и что ж, 12-я минута, и лава выглядит куда симпатичнее, как по мне. По крайней мере, да, нет, вот знаешь, вот этой вот пассивности и холдинга, они все-таки активно перетягиваются их топы в бот, с учетом Андерлорда в дальнейшем, Лешего. Я думаю, они должны реализовывать все-таки активную доту и забирать ранее преимущество. Да, и паук приносит себе мидас на войде. Ну, как бы, игра позволяет это сделать, у него огромный лишак, 11 левел лишака, кстати. И вот что-то как-то G2 с этим догоном, мне кажется, попав в такую ситуацию, что проигрывает он по темпу очень сильно Лешаку. И импакта не так уж-то и много с этим догоном. Нужно какие-то использовать смоки, нужно набивать этот весель, который вот сейчас вот появится через 50 голды на вивере. Потому что если вот с веселем ничего не получится... Не будут они какие-то делать убийства важные, то Вивер тоже как бы выпадет из игры. Падение на Клоперка, должны забирать, куги поставились и таки отлетает от Red Monster. Ну, это пятерка Клок, у него там вообще 5-й уровень. Не то, чтобы хотелось. Но единственный плюс как бы со всей этой ситуации, что вот подлетает весель, да, 2 заряда веселя будет, и можно как-то заберсить именно какого-то кора. Вот у нас после... ой, сколько стаков, кстати, на самом деле, для лампи. Да, здесь Леший прям выкачивает двойку, что большой выкачал до этого, что сейчас Эншей. И 7200 по нетворсу, это
Да уж, очень сильно. Центральная башня сил света разрушена. Очень сильно отрывается он за счет этих стаков. Браво, саппорты лавы. Отличная работа. Юзует смок, кстати. Так, и вот смокер. Разревелил. Ну, тут на самом деле такой момент, просто шел ставить варта, а они вот... Хукшот? Есть, продлили все-таки когами, а дальше как-нибудь... А укатится, не поймает. Вот он. Показал он все-таки то, что не лыком шит. Неуловимый. Дал залить пошел демону, откинул кулака, чтобы тот ему батарейками не заканцелял укатку. Ну и, короче, улетел. Молодец. Ну что, вот у нас у Аркана на Андерлорде имеется уже... Имеется практически грифсы. Есть у нас... БКБ, да, все правильно делает. Лишь шаг. Отличный выбор. Нужно ему прямо рашить его. Несмотря на... То есть не нужно ничего лишнего. Там Кая Сэндж, это не то, что нужно по-любому. Нужно покупать БКБшку. Манта появляется у Медузы. По стандарту будем выходить дальше. Кади. И уходим снова фармить. Но у Медузы 7100. Немало по сравнению с Вейдом. Если честно, все вот это вот... Ходят лешего, а и мимо все-таки прокатились, но... Пищает Андерлорд, и как же хорошо Варгроус раскастовался от Крента. Смокер выживает, стан никуда, и Крист есть хукшот, минус смокер. Пока что Арзента надо дальше забрать, и пока нет. Пока живем, купол поставился здесь, Джей Читу, хватит ли? Хватит вот, ли? Да не должен убегать, на самом деле, от этого котла, это минус 3 у нас. От лавы. Если честно, вот в этом моменте... Хоронит себя на 50% Мэтт Кинзе. Очень как бы тяжело поверить в то, что смогут они с таким драфтом что-то в лейте сделать. Лавя. Лишак очень большой. Вайда тоже. 7000 на Творса. И вот именно по драфту, как я и говорил, то что лава выглядит просто x5 сильнее. Да, конечно. Да и станов много, и дэмэджа хватит. А у Мэтт Кингсов пока что есть Овергроус, который и то надо подойти еще выжить. И плюс Эрт Спирит ненадежным станом. Эрт Спирит опять потерялся. Нет от него какого-то такого нереального импакта. Он, в принципе, ничего особо не делает. И вот этот догон третьего уровня. Честно говоря, вот тот момент на топе, как я говорил, будет бы травела, Котл бы мог сильно перевернуть игру. А теперь с этим догоном он и каких-то важных киллов не нашел. В любом случае будем смотреть. Может быть, лава тоже где-то будут ошибаться, но пока что... Пока что просто отдадут Клоферка. Андерлорд останется жить. Да, дадут весель. И Вивер хочет у нас выходить в форстав. Интересно. Спасение. Хоть как-то спасаться от этого всего, на самом деле. Но, с другой стороны, можно было и понадеяться на саппортов. Но с условием того, что саппорты у нас, в принципе, бедненькие у Мэтт Кингзов. Так что надежды нет. Надо все самому здесь делать. Нижняя башня сил света разрушена. А у наших... Телезрителей есть возможность зарегистрироваться на Бэтбуме по баннеру в описании и залутать 100% на свой первый депозит по промокоду DPC. Так что кликайте на баннер по трансляции и регистрируйтесь. Ну что ж, остается у нас... Да, все, уже летит блокинг-бар к Лишаку. И вот теперь с этим блокинг-баром я, честно говоря, вот вообще неубиваемый. Не знаю. Да, он вообще абсолютно неубиваемый. Будет он спокойно всю карту качать, будет он любой файт принимать. Выходят они на мид Т1 вышку. Ребят, если вы сейчас будете драться, то, скорее всего, вы нафигите. Да, вот все подлетает до КП. Так, Локверк здесь улетает в таверну. Мы нашли. Локверк бежит дальше, отталкивает Лампистан. Есть, Истон Гейс прижимается. Должны лишь его попробовать. Ай, БКБ, вот. А вот без, кстати... без проб. Но сейчас раскатит. Сейчас ведь раскатит Лампи. Вивер садится на этого лишака, нету БКБ.
у нас происходят несурезные файты, но в любом случае, опять же, разменялись, отошли. Стандартная процедура. Что ж, видим мы, что получается как-то кайтить лишь Шакар, получается не умирать от него в файтах. Но не было хрона. Да, не было хрона, не было клокерка, его сразу на него засели, потому что с хукшотом фраги можно было оформить, но здесь без этого тяжеловато. Да и в любом случае, Лаве как бы файт этот особо и не нужен был. Они чувствуют себя прекрасно, фармят для своих айтемов, а потом уже соберутся в одного единого мегазорда и пойдут. Да, но... Как показывали последние игры, ошибаться они могут, ошибаться они любят. И поэтому вот эта медузка, с которой нафармят себе Скади, ну, тоже будет выглядеть устрашающе на самом деле. Вот. Оп, клокерка. Да, файт уже 4-5. Обидно летит дальше, неужели на Андерлорда поставил Магнитайз? И здесь его, конечно же, поймают, заберут Арт Спирита, и паук ставит хроносферу, но не попадает туда Котл, просто выбегает. Это ужасная хрона на самом деле. Есть. Ужасная хрона, и вот, вот они, те самые ошибки, о чем я говорил. Все это на руку Мартинженс. Дэн далеко заходит, но есть ультимативная. Кайтит Маккензи, выигрывает время для своей медузы. Кстати, можешь обратить внимание, покупать хочет Войд себе манту. Да, конечно, выглядит симпатично против Трента, но... Мне кажется, просто дэмэджа не будет. В один момент может произойти так, что эту медузу нечем будет убить. Силы света укрепили свои сооружения. Эткинг запушит Т1 в топе. Есть возможность открыть себе больше территории под Рошана. Андерлорд проталкивает бот, грифсы у него имеются. Дальше будет выходить, скорее всего, Ватос. Да. Да, будет выходить Ватос. Но. Медуза уже вот имеется в Скади. Буквально остается там 30 голды, нормально. Блокнет низ, купит себе Скади, все хорошо. Так, появляется даггер у Лишрака. И юзует смог. Попытаются, да, два смока. Тот одних, что от вторых. Кстати, ну вот Вира вообще никак не убить. Укшот есть, когами продлили, нужен стан. Стан не попадает, а если бы попал, все было бы замечательно, но увы. Просто отпустят, есть же, да? А есть в центре? Нет, есть даст. Есть дастын, но здесь есть остальная команда, блин, кается Леший и пересаживается на Котла. Котл должен здесь погибать, так он, конечно, бился в креста, но этого недостаточно. Минус J4, Редмонстр тоже должен погибать, не отпустит его Лампи. И минус 2 снова за лавой. Ужасная позиционка от Котла. Котос, хорошо. Айсмокер не вылетает, все-таки попадает в эту ловушку и даблкил для Аркана. Верхнюю башню сил света атакуют. Да уж. Ну, как сказать, файт без медузы, файт без вивера, в принципе, ловить там было нечего. Тем не менее, медуза у нас уже со Скади. Ну, медузе надо выйти, вот, о, да, я открыл ее, увидел, что хочет покупать Дейдалус, это правильное решение. Хотя, БКБ тоже выглядит неплохо. Но в БКБ мало будет дэмэджа, вообще очень мало. По-хорошему, отличная ситуация для маткинксов, если они вдруг сейчас находят какой-то файт, медуза выживает, они убивают условного там Вайда или Лишака, и... Идут на Рошана, дают Аегис Медузе, тем самым она выигрывает время и может насобирать вот это БКБ. И с Дейдалусом как бы быть очень полезной и очень сильной в файте.
У нее 14 тысяч творца, она топ-1. И вот это, говорю, вот этот... А, так, вот, все-таки... Так, у него умерла кура. Видимо, там манта была. Все-таки, кстати, у нас смокер передумал, собрал фурстав. В планах были Юла. Также... Форсик... Ну, надо сейвить. Глава, надо, конечно, сейвить котла, надо своего сейвить из-под дешака, из-под, из-под клока. То есть, из-под того же вот сейчас андерлода, который купил себе Род оф Атос. То есть, определенно, фурстав выглядит тут хорошо. Правильное решение. И Арзент у нас будет выходить на вивере в БКБ. Гораздо поприятнее, чем форстав. Да, правильное решение. Ну, ему дают время. Есть у него Мелошторм, может качаться он. Кстати, что думаешь насчет Аганима на вивере в этой игре? На самом деле неплохо. Да, мне почему-то кажется, что если вот он купит этот Аганим, то в лейте можно будет спасать эту Медузу, и тогда есть вероятность того, что Медуза всех убьет. Ай, басмака, ты посмотри. Показывается, джетпак есть, хукшот сразу в Медузу зажали в Коги, но тут вся остальная команда Клокер моментально погибает, так же, как и моментально погибает Смокер. Разменялись с саппортами, хотят очень сильно нарушена и одна, и вторая команда. Но Лампи, Блинк есть, Ред Монстр, Гроуз, затупка от котла, погибает Тренд, на это еще живет Досты прожали, Арзент убегает, Стонгейс пока никуда, а что по Хроне, Хрона, если что, имеется. Да, хочет он, не ставил ни на кого, кроме, хочет он поставить именно на Медузу, видимо, это прекрасно в файтах. И по итогу два саппорта в размен на одного клока, нету Стонгейза теперь, имеется все так же Хрона, никуда его не тратили. Да, и снова смог, никого не находят, понимает, что Мэтт Кингза отошли, поэтому заходит на Рошана, потому что есть такая возможность. А у вас есть возможность зарегистрироваться, поучаствовать в акции для всех новых пользователей от The Boom, забирайте 100% на свой первый депозит, кликайте на баннер по трансляции и регистрируйтесь по промокоду DPC. Летели мимо на хукшоте. А вот Трента можно попробовать и поймать. Да, так и делают. Трента здесь забирают. И лава идут дальше. Итого, Котл у нас до сих пор без стрелов. Не знаю. Как бы с одной стороны догон окей, с другой стороны как-то не показал свою. Да, не реализовал он его. Приносит себе форстав, вот хочет выживать. Пытаться как-то засейвиться. Не знаю. Тяжелая ситуация для него. И вот этот лежак теперь, который имеет Аегис, может спокойно выходить. Вижу я у него какую-то алибарду в пикбае, но надо попасть хекс, надо рашить хекс. С появлением хекса у Маткинзов начинаются просто нереальнейшие проблемы. И лава могут просто прикопать любого героя. За этот хекс будет умирать практически каждый герой у Мэтт Кингзов. Так и есть, по графикам у нас 80% пока что считает Дота, то что победа отдастся лаве, а ребята собираются забирать Т2 в топе. Есть у них на это возможность, Трента, конечно, найти не так уж и просто, там прибежит до конца, ну а Трент будет здесь отстаивать. По итогу Войд силы тьмы укрепили свои сооружения. Имеет манту, Джалнир, Мидас будет выходить в Скади. Все у него отлично. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Появляется БКБ на вивере, тоже важный момент. Теперь может спокойно не бояться и нападать на саппортов. Под лишаком, бить их, и наносить очень много дэмэджа. Но, я говорю, вот все Хрона. От Хрона будет очень многое зависеть. Если вдруг как-то Войд ошибется, если вдруг за Хрона не убьют того героя, которого хотят забёрстись, именно лава, то проблемы могут у них возникнуть. Собираются лава, есть Аегис. Аегис, с Аегисом можно спокойно подраться, в принципе, 2.30 у них в запасе имеется. Но решают протолкнуть бот.
в этот момент. Да, и подносит лампе Мистик Став, все, да, выходит он в Хекс, остается ему там 1000 голды. Заберут сейчас Т1 вышку без боя, я думаю, что Мэткинсы точно не будут ее дефать, это при Т1. Будут ждать окончания Аегиса, но до окончания Аегиса еще 2 минуты. Ребятам нужно подумать об этом. Но сомневаюсь, что будут дефать Т2. Да, вообще бы не хотелось просто подождать, пока Еги закончится, и там уже на контратаке что-то сделать. Как будто бы, как план звучит. Но с Хиксом будет сложно. Точнее, против Хикса. Тейдалус у нас появляется у Медузы, в кикбае стоит Блинкдаггер. Лампе в соло здесь. Солитерд Спирита, который, в принципе, безобидный у нас во всей игре. Да уж. Не показал как-то опять смокер себя. На этом может спирить, как по мне, 1-7, у него статистика. Не может он себя найти. По итогу лава доминирует, разгоняются. Есть вот Хекс. Будет выходить он в тревелан лишь в шаке следующем этом. Все правильно, отпушивать линии, находить еще больше каких-то киллов с этим Хексом. Ну и Мэткинсы зажимаются на базе. Нет у них каких-то других аутов. Медуза 1-1-1 статистика. Будет она вот так вот сидеть. Пространство для того, чтобы фармить артефактов, все меньше и меньше. И вот используется смог. Хотят, видимо, найти какой-то файт под завершение Аегиса. Получится ли? Мне, кстати, вот идут в правильном направлении. И Лампи должен чувствовать это, должен отходить. Да, так и происходит, отходит, поэтому это возможность просто Мэткинзам забрать свой лес, выйти с ХГ. Опять же, пофармить и дойти до артефактов. Блинкдаггер у Медузы уже появляется. Следом мы идем к БКБ. Ну, она для позиционки купила, чтобы как-то заставиться от крона вода. Скорее всего. Вот G2 по итогу с этим догоном, без траволов, на котле, будет выходить в Ион. Этот вот котл, который потерялся, мне кажется, по игре тоже, как и Эрспирит. У котла была одна задумка, она не реализовалась, так что приходится как-то выходить из этого, из той ямы, в которую он сам себе и закопал. Глипнир появляется у Вивера и смог от лавы. Есть возможность выйти. Да, есть возможность найти. Выйти. Давно они не принимали какой-то файт. Постоял на клифе, постоял. Да там ракетка кинулась, в принципе, его просветили, но не забрали. Он укатился, потому что здесь есть рыбка покрупнее. Арсен там все-таки находит. И есть Атос, но таймлапс. И по тапочкам, по лапочкам. Мы убегаем из этого всего замеса. По итогу с двумя зайцами погнались, ни одного не поймали. Неприятно. Рена, Блинк есть. Отрабатывают по квесту. Клейпнир. И должен здесь Клокер, конечно же, погибать. Не выживает из этой ситуации. В ответ погиб все-таки Смокер. Далековато полетел. Никто его из команды не поддержал. Это размен саппортами, не более. Да, ну... Эрспирит тогда не добили. Все-таки добивают сейчас. И по итогу опять вот ребята все имеют хрона, имеют все кнопки и просто отходят. Никто не хочет драться. Фармим дальше. Фармим артефакты, набираем, разгоняем своего марф Вайда. Вот. Войд. Anyway будет сильнее в лейте. Лампи находит Медузу, есть Хекс. Замечательно, стан продолжаем. Тут лоза постелилась, но не заберут. Нет поддержки, а возможность была... Забрать Медузу хорошее. Должны. Ну, паук не хочет ставить хрона, не хочет он ничего делать. А хочет укачаться, хочет он добить еще какой-то артефакт. Ну какой? У него и так уже все отлично. Мне кажется, все-таки надо поставить то самое хрона. Ай видит Мэткинза. Готов заходить.
Но ситуация плохая для Мэд Кингс, очень, очень плохая. Попадает у нас Арцент в станы, и здесь врывается Медуза вместе с Спиритом. Шот, хорошо, Коги с Мэд взрывается, да. И вот она хроносфера поставила. Все-таки Рене погибает, Овергроус имеется. Но живет Андерлорд, и Арцент попадает под башу, даблкил для Найта. Грифсы прожались, не должны, правильно, Дасты есть, а БКБ скоро закончится, Глип, нервный разворот, и ответный Атос поют. Конечно же, минус 4 от лавы. Ну вот о чем я и говорил, спокойно. В принципе, у них уже достаточное количество артефактов, достаточный левел для того, чтобы просто брать и побеждать эту игру. Выигрывают они 10 тысяч творцы по экономике, все у них отлично, да, есть Айон, не убьют котла, но что вы будете делать дальше? Лишак у нас имеет просто 23 тысячи творца, Медуза очень слаба без БКБ, да и в принципе с появлением БКБ она не станет там как-то сильнее. Есть чем убивать, то есть по сути сейчас можно даже было без хрона ее убить. Видел, да, момент? То есть по сути можно даже было без хрона ее спокойно убивать, и ну вот решил поставить на верочку. Конечно, лучше надежно, а то без хрона бы еще что-то произошло, знаешь, не забили бы. Как-то ошиблись, и ждали бы мы эту хроносферу в дальнейшем еще больше времени. Но, с другой стороны, они смогли, опять же, дождаться на Экстрашана и уже заходить на ХГ спокойно. Но Дрошан у нас 1.5 минуты, так что в режиме ожидания. Просто у них имеется все. Ты посмотри, у Аркана есть Алебарда, будет постоянно вешаться на Медузу. Есть Грифсы, есть Рот оф Атос тоже для контроля от тройки. И выходит он у нас в Кирасу. С появлением Кирасы... То есть Дуза будет вообще не наносить урона практически совсем. Неважно, БКБ она там себе купит. Ей нужно, чтобы наносить урон какой-то прям колоссальный, ей нужно покупать рапиру. Бегу дальше, Лампи, ай, хукшот мимо. Все-таки Стонгейс прожался, Лампи, надо жить, Глиммер имеется. Смокер в нет, попадает куда-либо. И дальше просто отходит. Коги есть, должен Коги здесь прогибать. Овергроус раскатывался, но как хорошо здесь делает Аркана. Минус Ред Монстр, она пока что еще живет, но Лампи может не отпустить. Параллельно погибает Котл, и Арзент грызается в Найта. Минус Найт, Смокер должен здесь не выживать. Паук добивает Арсента, стычка 1-1. Таймлапс имеется, но здесь уже Лампи в спине, потому что Рена погиб. Остался один Вивер. Вивера должны спокойно забирать. И отсюда Войд выживает. Даблкил для Лампи. Минус 5 делает лава. Тимвайп. И вот ставится портальчик. Вернулись, захилились обратно. И идем Рошана. Что же, отличное, отличное исполнение. Вот даже без хрона, можешь обратить внимание, без хрона ребята дерутся. И нечем Мэд Кингсам отвечать, нечем. Да, там убили двух саппортов, но это и так понятно, их и так... Их нетрудно убить, а чем вы будете убивать Андерлорда, чем вы будете убивать Вайда и Лишака огромного? Нету дэмэджа, чтобы просто кого-то убить. Коры спокойно себя чувствуют. И вот, появляется Рошан, должны сейчас забирать спокойно Рошана, отдавать Аегис, я думаю, что Лишаку, чтобы... Под диаболиками стоял он, кушал вышки. Ну, либо Вайду, у которого нет БКБ. Кстати, Клампи, ну, у нас на рефрешер прилетит, по идее. Ну что ж, по итогу Лишрак 27,5 тысяч нетворца. Есть у него, да, все, рефрешер, то есть теперь мы будем видеть 2 хекса, 2 БКБ. Лишрак 13-0, браво. Отличное исполнение от Лампи, показывает он, что... Очень хорошего на этом героя. И вот находит Арзета, и здесь Хекс, Кукшот, хорошо, Корсик не подставляется под стан, может еще выжить, но здесь Андерлорд, БКБ прижимается, надо как-то отходить, Смокер погибнет в этом файте, да, и Грифсы есть, байбек. А Паук у нас, если что, с хроносферой на дальнейшем, гонится за Арзентом, но его не поймают. Вот так, собрали опять же саппорта и разошлись. И опять поставили портал, захилились, вернулись и продолжили кушать топ. Ну, не знаю. У ребят имеется хрона. Есть Аегис 4 минуты. Ой, Хекс, Медузу, Форси, хорошо. Пока живем. Паук очень боится, он прям вот постоянно у него такой геймстайл. Ну вот, хотя бы начинает бить баратиком Аегисом. Да, но слушай, под лампе шардом вообще. Будет не ставить фон. Нет, они просто будут бивараки. Нет, есть. Просто не, побили. Я думаю, что... Боится. Ну, Смокер влетел опять
назад без байбека Стоунгейт прошался, и Рена бежит под БКБ. Но не хватит дэмэджа на Андерлорда, если что, грифсы. И будет алебарда, если что, сейчас повешены. Да, должны ставить фрона на медузу. Вот сейчас... Так, ай, все-таки... Да-да-да, вот сейчас фрона может быть, кстати, двойной отлично. Давай, пожалуйста! Мы а хотим хроносферу. Убить без хрона. Без хрона убить, спокойно. А хватит, да. А хватит! Да, хорошо, даблкил. Джейчиту тут остается, но они с Лешираком, в принципе, будут развлекаться так же, как и на меду, и Джейчиту здесь не выживает. Лампе совершает трипл килл. Думаю, джи-джи, да. Осталась хроносфера, там забрали Арзента. Хранил он все-таки на паука эту хрону и прописывает ГГ. Ну что ж, в принципе, как я говорил, по пику лава выглядели изначально сильнее, и отыграли они, соответственно, так же. Как по мне, вообще непонятно этот драфт медузы на второй пик. Для чего? Зачем? Опять же, как будто вернулись в старые добрые, если честно, знаешь, вот медуза на АФП, да, то есть и все, полетели. Но она уже, опять же, не такая, да я не знаю, на самом деле очень много вопросов тут, не только к медузе. Может быть, сама медуза окей была бы, а вот дальше что пошло? Поехало. Сколько винрейт у Эрспирита за все игры, которые мы с тобой смотрели? Слушай, ну я думаю, что в перерыве мы об это обязательно посмотрим, эту цифру. Мне кажется, что ноль, если честно. Не знаю. Не будем обманывать, статистику посмотрим, конечно же, после, но в любом случае вопросы, опять же, имеются к драфтам. Но Лава молодцы, хорошо подрафтили, забрали первую карту, впереди надо еще с таким же успехом забрать и вторую, а вторую карту мы с вами посмотрим буквально через несколько минут.